В 2020 году мы добьемся, что перемены наступят к лучшему. Зимой и летом стройная, зеленая была. Кто еще не был елкой? Он. Вставай. Эти даты немного разнятся, но наоборот, это очень здорово, что Господь милостиво позволил нам отмечать его день рождения дважды и по католическому календарю, и по православному. Сейчас мы приступаем к такой торжественной, официальной части нашего сегодняшнего ивента. И для того, чтобы нам, поскольку мы все с вами находимся в гостях, и де юра, и де факто, мы находимся даже на территории другой страны, потому что это братская православная Эфиопия распахнула свои объятия сегодня для нас, чтобы мы скрепили в этом порыве любви свои сердца и в благодатном потоке напитались сокровищами небесными. И именно поэтому, чтобы немножко придать такую торжественную, патетическую, я бы даже сказал, ноту нашему сегодняшнему собранию, дорогие друзья, братья и сестры, я хочу пригласить на эту импровизированную замечательную сцену чрезвычайного и полномочного посла Республики Эфиопия, господина Алиманеха Телегену. Давайте поприветствуем его с братским приветом. Beloved ones, to make a plan and visit my country on your vacation days, I would like to also to extend my sincere appreciation to the Diplomatic Club for working with us and to talk about our country for the respected guests here. I strongly believe that in the future we will do better to fortify the two countries' political and economic relations. Our embassy is always ready and committed to work in close connection with you and all the Russian tour operators to strengthen business business ties with their Ethiopian counterparts. I thank you. God bless you. Have a nice new year. Wish you for your family success in the coming 2020. Спасибо большое. Господин посла прозвучала на английском языке, она была записана. Это необходимо было для протокола. Как вы знаете, наш международный дипломатический клуб Amicability является соорганизатором данного замечательного мероприятия. Сегодня православная елка в посольстве Эфиопии. Огромное спасибо господину послу за то, что он так обстоятельно и системно изложил историю наших отношений и также рассказал о своей привлекательной, экзотичной и во многом для нас еще непознанной стране Эфиопии. Младшая группа от агентства «Famous Stars» с постановкой педагога и актера Евгения Петрова. Просим ваши аплодисменты!